Здравствуйте, уважаемые. Доброго времени суток. Меня зовут Ника. Мы с вами продолжаем рассматривать винтажные украшения, которые мы с мужем купили у ребят с аукциона контейнеров. И первое украшение, которое хотелось бы посмотреть, вот такое колье, цепь. На цепи средняя треть шармы в виде... это арт-стекло. Все бусины стеклянные, они имитируют полудрагоценные камни, жемчужинки, бусинки. Маркировок нет. Так, дальше. Дальше вот такое помпезное украшение. Многорядные миленькие бусины бирюзового тона. Бисером это, наверное, назвать нельзя. По центру вот такие металлизированные бусины. Ну, это бохо стиль. Какой-то или этно-наряд нужно, или что-то льняное, какое-то свободного кроя платье. Это будет неплохо смотреться. Так, идем дальше. Колье маркировано Чикас, золотой тон, крупный такой лобстер застежка, двухрядная цепь. Одна цепочка чуть толще, вторая чуть тоньше, длинная достаточно. И заканчивается это все вот таким подвесом, где множество цепей, оканчивающиеся кристаллами, скреплены таким вот зажимом. Зажим тоже весь усеян кристаллами. Красивая штучка. Красивая вещица. Так, идем дальше. Такое необычное, я не знаю, то ли есть здесь застежка, должна быть, я думаю. А, да, есть. То есть это либо съемные шармики, либо, наверное, можно одеть два одновременно. Либо носить по очереди. Золотой тон, цепочка такая немножко необычная, какие-то бочоночки соединенные между собой. Два шарма, мальчик и девочка. Розовые, соответственно, пёрок кристаллы. Маркировочка есть. USA Kiss. Так, дальше тут у меня несколько такого плана украшений. Сейчас посмотрим браслетики, да? Так, браслет. Плоская змейка, золотой тон, отличное состояние. Маркировок вроде как нет. На первый взгляд очень нежное. Такое девичье, я бы сказала. Второе, винтажное, такое хорошее, это хороший браслет, не знаю, 70-е, по-моему, сеточки были модные, сеточка в центре, стразовая дорожка, золотой тон, отличное состояние. Ну, маленький, у меня запястье где-то 15,5-16, с трудом, наверное, застегнется, но... будет очень плотно прилегать. Так, еще один браслет, красивый такой, ажурный, брошированный, я бы даже сказала, металл, отдельные элементы с жемчугом, скреплены между собой, хорошее состояние. Так, маркировано
Ну, это Crown Trifari. Ну, да, это хорошая вещь, очень дорогая. Трифари свое украшение делали из особого сплава. Он называется трифариум. И сколько бы это изделие у вас ни хранилось, почему его так любят покупать? Потому что оно практически вечное. То есть оно себя ведет, как, я не знаю, как толстая позолота на серебре. Годами будет, десятилетиями будет выглядеть отлично. Так, идем дальше. Сейчас надо что-то вытащить. Колье. Ой, какое милое. Так, ну это украшение компании Нью-Йорк, тоже известный бренд американский, очень приятное. Багетные кристаллы, молочное стекло. Бусины, шармики, оттенок немного такой розоватый. Все это соединено в сложную конструкцию и свисающие цепи внизу. Я думаю, что это будет очень красиво на шее смотреться. Да? Я думаю, что да. Так, ну, я даже не знаю, что сказать по поводу этого украшения. Я не знаю, как к таким украшениям относиться. Огромное такое колье. Тоже, кстати, Чикас такое сочинил. Я не знаю, может быть, это под какую-то вечеринку, какой-то нитки здесь запутались. Такие крупные бусины. Они достаточно легкие. Ажурные, разного размера. Не знаю, ну, размер разный, форма разная. То есть есть бочонок, есть шар, есть овал. Ну, не знаю, наверное, это такое на любителя, оно очень большое, такое крупное очень украшение. Так. Идем дальше. Великолепный такой подвес. Я очень люблю Purple Tone. Это стеклянные кристаллы, но они еще имеют такую огранку сложную. За счет этого просто сияют. Все кристаллы на месте, серебряный тон. Простого плетения цепочка заканчивается карабинчиком. Так, дальше. Еще один браслетик. Такого плана уже был у нас. Это неинтересно, да? Так. Немаркированное изделие. Круглой формы подвес, весь усыпан кристаллами, не знаю, видно, не видно. Цепочка снейк, замочек, лобстер в отличном состоянии. Так, что мы еще здесь можем вытащить сейчас? Вытащим. Так, колье прицепился, что это какой-то кусочек какой-то цепочки, наверное. Ну, я сейчас так не сниму, ладно, пусть сним. Золотой тон, цепочка, достаточно простого плетения, крупный такой лобстер замок, но шармы по всей длине, имитирующие
натуральные камни. То есть имитируют аметист, розовый кварц, марганит. Но это стекло. Это стеклянные. Очень тоже приятная вещь. Там тут несколько колье. Колье Сатуар. Очень мне нравится вот такой черненый металл. Дживанши, не помню, в каком году выпустил коллекцию такого черненого металла с кристаллами. Тоже очень красиво. Вот в таком стиле это было. Значит, кстати, надо поискать тут. Может, и маркировочка найдется. Сатуар. Коньячный каплевидный кристалл. Внизу такие топазовые кристаллы, все на месте. Темного цвета цепочка, замочек лобстер. Ну, маркировок нет. Так, дальше еще одно такое нежное девичье колье. Тоже черненый металл. Стеклянные вставки purple тона. Одного кристалла нет. Очень красивый центральный цветок. Просто безумно красивый. Такое морозное стекло. Такая сложная скрученная цепочка. И заканчивается таким небольшим крабиком. Здесь Кларк с маркировочкой есть. Так, что еще здесь у нас? Длинная цепь. Практически все компании выпускали такие цепи. Многие забывали маркироваться. Витая цепочка перемежуется жемчужинками на пенах и такими брусочками металлическими. Золотого тона в отличном состоянии. Замочек шпрингельный, маркировок нет. Так. Такой миленький-миленький слоник. Миленький-примиленький. Кругленький. Очень красиво проработана поверхность. Множество мелких деталей. Стеклышко, черное, глазик. Здесь есть ножки. Есть ушки с брошированной поверхностью. Цепочка обыкновенная, перемежается металлическими бусинами. Маркировка 1945. 1945 это какая-то, мне кажется, такая более современная компания. И еще один слоник. Этот более реалистичный, тоже в серебряном толине. Эти клыки, попона, глазки. Здесь цепочка обыкновенная. Заканчивается удлинительной цепочкой и лобстером. Так, что-то здесь очень такое запутанное что-то. Попробуем хотя бы примерно понять, что здесь должно быть. Ну, какая-то ерунда, честно говоря. Кристаллы можно забрать, цепочки. Ну, то есть что-то это было сплетено с цепей, но сейчас на данном этапе вообще непонятна задумка. Кристаллы хорошее, стекло пригодятся. Так.
еще одно колье. Лобстер. Я так понимаю, что нет немножко... А, есть кольцо, за кольцо цепляется. Так. Цепь. Дальше идет так называемая асимметрия. То есть, с одной стороны, это пластиковые такие вставки, тоже под стекло, очень красиво, это лицит. Здесь тоже пластик, который имитирует бирюзу, зеленый металл. Пластик, пластик. Дальше. Дальше цепь идет уже в два ряда. Одна тоньше, другая толще. И повторяются элементы в шахматном порядке. Маркировки нет. Очень симпатичное украшение. Так, такая какая-то сложная тоже конструкция. Украшение маркировано American Age тоже. У нас сегодня было же такое. Цепочка такая из круглых элементиков. Дальше трехуровневое украшение. Первое – это металлическая дуга. Второе – мелкие черного стекла бусины на пенах и подвес в виде луны. И последнее – цепь из шариков и такие пластиковые бочоночки на пенах. Очень симпатичное украшение, хорошая компания. Приятно. Так, идемте дальше. Так, ну здесь просто блеск, красота куртизанок. Подвес это достаточно свежий, в 90-х, по-моему, такие были. Пластиковые кабошоны, вставки. Некоторые имеют такую многореберную поверхность. Крупный пластиковый кристалл по центру. Одна розовая капля утеряна. Это колье, подвешено на цепь. Я думаю, что и цепь не родная. И плюс еще сама цепь имеет... карабин. В общем, три цвета. Я думаю, что это такая сборная солянка. Когда-то песня была у Алены Апиной. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. Сережка очень красивая. Стекло. А внутри Чика сделал. А внутри какие-то такие элементы сверкающие, типа опаловое стекло, что ли, какие-то шиммеры, очень интересные. И вытащила браслетик. Браслетик очень приятный, такой у него хороший замочек, карабинчик. Маркировок нет, но это какое-то брендовое, какой-то хорошей компании. Смотрите, вот такие сложно сделанные вставки, кристаллы в крапанах окружают их. Такие ободочки с типа посеребрением, но само изделие золотого тона. И маркировка есть, я ее сразу не увидела. Я же думаю, что такое украшение без маркировки не может быть. Биби.
биби, еще какие-то буквы, которые плохо читаются. Очень плохо начали маркировать. Причем вот эти вставки имитируют натуральные камни, и они все разные. То есть это типа рубин, типа топаз, аметист, марганит и, нет, не цитрин, а, наверное, перидот. Очень красивая вещь. А, кстати, надо проверить, кристаллы, может быть, и натуральные. Потому что, мне кажется, их сложнее сделать, чем... Так, вот такое незамысловатое колье черненого металла. Обычная цепь, обычный лобстер. В общем-то, я бы сказала, что ничего особенного. Дальше я вытащила вот такую сережку, битый металл. И очень красивые кристаллы, такой цвета дымчатого топаза. А вытащила еще одно украшение компании Loft. Как я уже сказала, это подразделение компании Enteller, которая была открыта в 56 году. Здесь похоже, что тоже очень много натуральных элементов. По крайней мере, вот это лунный камень. Имитация, но тем не менее. Это тоже... какое-то или стекло, или камень. Это, наверное, пробковое дерево или кокос. Вот это деревянные бусины, прокрашенные. Ну, вещь очень красивая, я такие люблю. Так, что у нас еще есть? Давайте посмотрим. Тут браслеты опять браслеты. Так, вот такой браслет, маркировочка Наташа. Не знаю, что это за бренд, но такого плана есть, делают изделия Kate Salvey, дизайнер. У нее такие украшения дорогие. Вот такой вот браслет может стоить в районе там, $50. То есть это вот обматывается, сколько раз позволяет рука, и застегивается на вот эту пуговицу. Вот это какой-то еще бренд начал, видно, выпускать такие украшения. Но что это за бренд, я не знаю. Так, есть два браслета. Я так понимаю, что это какой-то сет. Такой интересный, крупные карабины. Но браслетики очень маленькие. Я не знаю, там 13, наверное, на ребенка, что ли. Может, это не браслеты, может, это... для чего-то, что-то с чем-то скреплять. Трудно сказать, не знаю. Дальше есть такой браслет, который имитирует часы, ремешочек. Анжелика. Вот. Желики и нужно его носить. Так, дальше, ой, какой красивый тоже браслетик, золотой тон, такие сложные элементы с кристаллами разноцветными по центру, такие немножко есть сходы покрытия на месте сгиба. Это кора. Одного кристалла нет. Так, хорошо. Так, и давайте это видео закончим вот этим браслетиком. Золотого тона браслет, такой религиозный, шпрингельный замок, подвес, крест с зелеными кристаллами и Божья Матерь. Вот, но интересен он тем, что это натуральный камень, змеевик. И у меня есть где-то такого же, такой точно браслет с такими же вставками. И тоже не хватает несколько. Поэтому можно поснимать эту атрибутику религиозную и сделать из одного браслета два, из двух один, вернее, сделать полноценный. Потому что, ну, задумка интересная, браслет красивый. Так, ну что? Ну, что-то еще, наверное, да, последнее. Вот сейчас что-то вытянем. А вот тоже, посмотрите, какая нежность. Колье, черненый металл.
красные кристаллы с эффектом АБ. Тонюсенькая нежная цепочечка. И есть маркировочка. Такое манюсенькое, все маркировочка манюсенькая. Это Эйвен. Как неудивительно. Обычно они делали украшения такие с позолотой. Отлично. Хорошо. На сегодня, я думаю, что достаточно. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что помогаете мне разгребать эту огромную коробку. Мы уже нашли много чего интересного. Надеюсь, что в том, что осталось еще очень много. Мы еще что-нибудь интересное найдем. Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь, если не подписаны. Ставьте лайк, ставьте напоминание. И в следующих видео, я думаю, что будет что-то интересненькое. Пока-пока. Have a good day. Bye-bye.